Хоккей – один из самых любимых видов спорта на Среднем Урале. И этому еще одно подтверждение. Проходящие в зимний период турниры среди любителей данной игры на территории Артемовского городского округа. Вспоминая матчи на базе ДЮСШ номер 25 поселка Буланаш, стоит отметить тот азарт и любовь к хоккею, с которым наши спортсмены всех возрастов выходили на лед. Какие интересные матчи они устраивали с приезжими хоккеистами из соседних городов. И нельзя не отметить, что каждый из артемовцев, занимаясь этим видом спорта с малых лет, стремится к определенным результатам и достижениям с целью в будущем выйти на новый уровень и стать настоящей звездой, к примеру, того же хоккейного клуба «Автомобилист». Региональные власти продолжат оказывать всестороннюю поддержку хоккейному клубу «Автомобилист», а также вести подготовку новых поколений спортсменов. Получается, у артемовских хоккеистов, подающих большие надежды в этом виде спорта, есть все шансы попасть в известный на Среднем Урале клуб. Со своей стороны, руководство клуба должно обеспечить эффективный менеджмент, а игроки – демонстрировать отличную игру. Губернатор Евгений Куйвашев обсудил планы на предстоящий хоккейный сезон с представителями руководства и игроками хоккейного клуба «Автомобилист». Евгений Куйвашев отметил успехи хоккейного клуба. Сезон 2013-2014 года стал для команды очень результативным. По его итогам, «Автомобилист» вошел в восьмерку лучших команд Восточного дивизиона. Одержал около 30 побед, забил 142 шайбы и набрал 86 очков. Я понимаю, что это было непросто. Это предпринимались усилия со стороны руководства клуба, президента, генерального менеджера, главного тренера. Но и соответствующий настрой игроков был именно таков, что мы на меньшее не могли рассчитывать. И сегодня, на начале нового сезона, мы рассчитываем на вас. Рассчитываем, что команда сделает еще один шаг. Не просто поиграть в первом круге, но и выйти во второй круг плей-офф. Это минимальная задача, с которой нам предстоит с вами вместе справиться. Глава региона подчеркнул, что хоккей – один из самых любимых видов спорта на Среднем Урале. Менеджерам клуба предстоит внимательно отнестись к финансовому обеспечению команды. Со своей стороны, региональные власти продолжат оказывать всестороннюю поддержку клуба, создать оптимальные условия для выступлений нашей ведущей команды, защищающей честь Свердловской области. Зрительскую поддержку, поддержку со стороны болельщиков, вы это чувствуете и ощущаете. И буквально совсем 3 минуты назад дал распоряжение о том, чтобы трансляция матчей «Автомобилист» была в полном объеме. Домашние игры транслировались по нашему областному телевидению. Это возможность не только популяризировать любимый вид спорта, любимую команду. Это возможность для наших рекламодателей. Это возможность для дополнительного привлечения денежных средств в клуб. И я уверен, что это решение положительным образом скажется в том числе и на финансах клуба. Генеральный менеджер хоккейного клуба «Автомобилист» Леонид Вайсфельд поблагодарил Евгения Куйвашева за внимание к хоккейному клубу, отметив, что забота и поддержка клуба действительно ощутимы. В прошлом году клубом был сделан серьезный шаг в развитии. В этом году будет немного сложнее, ведь тогда «Автомобилист» мало кто знал и воспринимал всерьез, поэтому предстоит большая работа. Со своей стороны губернатор подчеркнул, что сегодня «Автомобилист» – это не только популярная хоккейная команда, участник розыгрыша чемпионата континентальной хоккейной лиги. Это один из главных социальных проектов региона, направленный на привлечение детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в частности, хоккеем. Глава региона также обсудил планы, связанные с подготовкой молодых поколений спортсменов. Он отметил, что в регионе продолжится работа по развитию детско-юношеского хоккея, создание необходимой спортивной инфраструктуры и пообещал оказать поддержку в подготовке необходимых документов для создания детской спортивной школы клуба «Автомобилист». Первую группу ребятишек планируется набрать в течение месяца.